в силу рода моих занятий у меня достаточно большой опыт общения с сотрудниками ФСО. Это очень вдумчивые люди, и ситуации у меня с ними бывали разные. В том числе, когда меня куда-то не пускали, даже когда я имел документы. Ну вот чего-то там в списках не срасталось, или чего-то им не нравилось в моих документах, в которых до этого и после этого нравилось все. Надо понимать, что это люди, от которых зависит безопасность первых лиц государства, а стало быть и во многом стабильность ситуации вообще в стране, потому что эти вещи, если не тождественные, то очень сильно взаимосвязанные. И они действуют по определенным инструкциям. Инструкция для них — это чуть больше, чем все. И поэтому, исходя из своего опыта общения с ними, я, честно говоря, вот, ну, ни разу на них не обижался вот, за эти вот инциденты. Хотя, наверное, напиши я у себя в Твиттере, что вот меня куда-то не пустили сотрудники ФСО, это стало бы такой же новостью, ну, не такой же, но, по крайней мере, новостью точно, как вот эта вот история с Дворковичем и еще кем-то, кто там приехал. Поэтому я полагаю, что это недоразумение и некая заминка в работе, которые случаются, там говорят, что он без документов был или там с документами, это на самом деле не важно. Важно понимать, что это такая служба, у которой, значит, инструкция превалирует над всем остальным. Над тем, кто находится перед тобой, какой значок у него на лацкане или какие погоны. Они подчиняются собственному руководству и инструкции, которая, значит, предписывает им определенные действия. Поэтому здесь два момента. Первое, ну, безусловно, это вот технический сбой в алгоритме вот этой матрицы. Это первое. А второе, новостью это стало из-за того, что это сделали новостью. Но потому что это вынесли в паблик. На самом деле, такие ситуации, ну, не то чтобы на каждом шагу случаются, но случаются. И любое большое мероприятие, будь то там какой-то большой форум с участием первых лиц или еще что-то, там всегда есть люди, не всегда уровня вице-премьеров, да, иногда это обычные граждане, такие как мы с вами, но которых на это мероприятие не пускают. По каким-то своим причинам. А потом пускают тоже по каким-то своим причинам, потому что вот разобрались. Поэтому полагаю, что история, честно говоря, не стоит выеденного яйца, потому что это абсолютно такой технический момент. Но медиа существует по своим законам, и когда, значит, есть что-то, что может стать новостью гипотетически, эта новостью обязательно становится.